Ребенок не спит. Спать. Спать. Давай его накроем платком. Нет. Ну, у тебя же сегодня день рождения, Шура. У меня день рождения, а не у тебя. Ну, Шура. И делай как лучше мне, а не тебе. Да, маленький? Правильно я говорю? Плотникова уже встала. Здорово! Ты чего? Ты че это? Вот когда меня собьют, тогда посмотрим. Дурак? Большой дурак. Убери. Начинает свои передачи. С добрым утром, товарищи. Хватилось. А вот и я. Здрасте, сестричка. Здравствуйте, товарищ полковник. Я не полковник, я старший лейтенант. А мы не сестрички, мы санитарки. Может, ты санитарка? Да, она мне сестричка. Раз, два, три. О, всего три. 33. Долдончик держать. Держи, держи. Держать. Здорово. Приветствую. Здорово. Будет инженером, а он решил, что я буду трубачом. Последний партийник. Здравствуйте. Покурим, Сергунь? Разрешите, товарищ комендант? Выворачивать надо. Раз-два, взяли! А на это силёнок не хватает? Раз-два, взяли! Черепец! Еще пошла, ну, пошла, пошла! Но. Чего к ним вяжете? А зачем они говорят, что у меня билеты поддельные? Я прихожу в дом офицеров флота, а они на моих местах сидят. Ряд 22, места 16 и 17. И заявляют, что у меня поддельные билеты. А девушки мои говорят, извините, но налицо имеется тот факт, что ваш сержант освоил поддельные билеты. Слушайте, а билет был не поддельный? Товарищ гвардии-майор, вы меня знаете, и я вас знаю. Но разве вы можете подумать, что я занимаюсь поддельными билетами? Ну, что нового в морской авиации? Привет. Ага. Да вот Черепец подделкой билетов в дом флота занялся. Ну, да нет. Мне вчера дали два билета в дом флота. Я вдвоем пришел, а они на моих местах сидят. И заявляют, ваши билеты поддельные. Рожево, как я отъели, а знают одно, торпедный подъем, проверить замок, все. А что происходит, товарищ? Вот, Черепец освоил поддельные билеты. Да нет, я... Отставить! Я сейчас не могу ответить на ваш вопрос. Только после полета. Да по приказу. Да-да. В общем, да, когда вернусь, тогда и будем разговаривать. Да. Не солидно. Ты брось, Дмитренко, зубы портить. Почу, товарищ подполковник, я 4 минуты запросто решу. Я этот номер до 5 доведу, я еще на самодеятельность общефлотскую поеду. Это оставь, оставь, не позорь полк. Ты там будешь висеть, музыка, вальс будет в это время играть. Так что? Ну, что? Такого позора мне не надо. Пончики-то с чем? А варенье какое? Абрикосовое. А куда лезть? Полк, вставись! Давай,
Товарищ командующий, гвардейский миноторпедный полк построен. Командир полка, подполковник Фоменко. Здравствуйте, товарищи! Построение будет недолгим. Разведка подтвердила данные о фашистском конвое. Работает весь полк. В районе цели прикрытие будет обеспечено. Изменения по связи есть? Позывные и канал прежние. Метео. Облачность 6-8 баллов, видимость до 10, временные снежные заряды. Продолжайте. Есть. В этот полет с вами пойдут для уточнения некоторых тактико-технических данных торпедного удара подполковник Курочкин. Есть. Инженер-капитан Гаврилов. Есть. С какими экипажами полетят, решайте сами. У меня все, товарищ командующий. Хорошо. Товарищ генерал, решите... Вы опоздали на 1,5 минуты. По моим часам... Ваши часы можете выбросить. Разрешите встать в строй. Выполняйте. Полк! Разойдись! Ну, артист. Майор Плотников ко мне. Подполковника берешь с собой? А Гаврилова я беру. Полетишь со мной? Полечу. Товарищ командир, самолет к полету готов. Добро. Привет. Второй вылет будем готовить? Что, сантрок нормальный? Сними правую руку, я левую снял. Воспитательница из детского дома пишет. Игорешка мой, чуть бочки с водой не утонул. Моряком будет. Штурман, мы пойдем первыми. Долдон, сюда. Товарищ гвардии подполковник, вот этот фокус. Вот это я понимаю. Раз и нет часов. Можете вдвоем выступать. Два бульди, два. Полка, скаковая труппа. Ну, мой номер будет самым оригинальным. Я тебе потом скажу, на чем тебе надо попробовать повисеть. Ну чего вы? Иди, иди, не можешь мне голову. Ну, умница, а? Да. Вот это молодец. А? Вот это парень. Гаврилов, давай-ка с Дмитриенко. Дмитриенко, стой. Стою. Гаврилов пойдет с тобой. С ним, с ним. Дмитриенко, я с тобой лечу. Ну, так со мной. Пойдем назад. Пойдем, Гаврилов. Вперед. Товарищ командир, самолет к полету готов. Хорошо. Фельдзен, позаботьтесь о подполковнике. Товарищ подполковник, прошу за мной. Парашютиком мы вас сейчас обеспечим. Подтянуться надо, товарищ подполковник. Ага. Струбцины сняли? Так точно. Ну что, Ир, поконим? Сегодня у Шуры день рождения. Так что приглашаем вас и вашу супругу Настю на наше скромное семейное торжество. Ваше приглашение принято. Помогу? А, моей. Ну что, бойцы, все в порядке? В порядке. Подполковнику не жестко? А? Как? Нормально. Нормально, товарищ гвардии майор. Угу. Ну, если нормально, тогда поехали. Товарищ подполковник, это надо дергать в самых крайних случаях. А вот эту маму мы соединим с папой. Вот так. Теперь я вас включаю. Ну вот, теперь вы можете слушать и говорить. А здесь у вас ничего. Да, обзор здесь хороший. Если все удачно сойдет, взрыв можете зафиксировать здесь. А лучше всего там. Штурман, все в порядке?
Штурман, порядок. Порядок, порядок. Метео. Метео, время. А мои часы забарахлили, без Пашка был прав. Я МАК-6. На борту все в порядке. Разрешите вырулить? Разрешаю. Клумба, Клумба, я МАК-1. Разрешите взлет? МАК-1, я Клумба. Разрешаю. Все, понял вас. Thank you.